Также на заседании обсудили перспективы развития в Югре молодежного парламентаризма. Сегодня в Югре действуют 20 молодежных парламентов и советов. По словам активистов, такие советы должны быть в каждом муниципалитете. А самих юных парламентариев нужно обучать. Так, например, осенью этого года в Югре планируют провести расширенное заседание молодежного парламента. Это такой форум молодежного парламентаризма, и вот на котором как раз-таки мы уже будем создавать такую общую сеть молодежного парламентского движения Югры и вот уже, так сказать, разрабатывать инициативы и вести проектную деятельность уже совместно. Нам необходимо представлять максимальное, то есть, точнее, подавляющее большинство молодежи, чтобы когда мы разрабатываем инициативы, какие-то проекты реализуем, мы могли сказать точно, что мы представляем интересы молодежи, мы несем мнение молодежи актуальное и современное.